что игроков гостей ничуть не красит. А вот это было не совсем красиво. Но молодцы, выкрутились. Ну тут гости, конечно, перебор был полный. Вообще, чтобы было с цепью встать и не пустить игрока Лепеля на поле. Было бы вообще здорово. Неплохой розыгрыш мяча, но не точности. И вновь достаточно опасный момент. Еще раз удар. Да, команда города Лепеля не выглядит, конечно, растерянным юнцом. Но, тем не менее, нельзя позволять гостям вытворять такие вещи в своей зоне.